Я вот в самом конце, я к этому приду, я надеюсь, дождетесь, я вас услышал. Вопрос вот именно в бизнес молодости. Популярный сейчас тег Яндекс ищет после слова «бизнес» в первом варианте предлагает «бизнес-молодость». Сравнение «Фабрики окон» и «бизнес-молодость». «Бизнес-молодость» – молодой амбициозный проект, много фолловеров, последователей. Фон, видите, сильно отличается. «Фабрика окон» – это единицы, 2-3 поста в день. «Бизнес-молодость» – это 200, 150, 100. И вот здесь интересно, я не подписал, но вот этот всплеск – это посев новости, и можно увидеть, как новость живет в сети. То есть это тишина, всплеск и небольшой фон. То есть новость немножко затухает во времени, и по идее надо как-то поддерживать это стабильно, то есть события должны происходить, и сообщество должно узнавать об этом. Бизнес-молодость, почему у нее такой фон? У нее уже есть хорошие свои медиаканалы. У них есть группа на 90 тысяч человек, у них есть подписчики на ссылках, у них есть группа на 9 тысяч человек в Фейсбуке, то есть комьюнити заметные, большие. У фабрики, например, пока нет таких сообществ. Здесь виден соответствующий график спроса интереса, возрастающий. Почему у фабрики окон так нет много? У них контента мало есть? Все будет. Ну, бизнес-задача такая настоящая. Я могу ответить на этот вопрос, просто будет не мгновенно. Просто, если коротко, это последовательное развитие компании. Мы все теряем бизнес, наверное, мы не единственные, кто даже эту аудиторию просто теряет бизнес. И поэтому сначала мы все-таки развивали, ну, на самом деле молодая компания, теряли бизнес, мы развивали продажи маркетинг, маркетинг, в смысле даже на